В числе лидеров России трое дагестанцев – Шамиль Шахсаидов, Заур Ахмедов, Рустам Муртазалиев – прошли финал конкурса управленцев с одноименным названием. Он пройдет с 7 по 10 февраля на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. 300 лучших управленцев были выбраны из 200 тысяч претендентов по итогам нескольких отборочных этапов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Но из 300 человек победителями станут только 100. Помимо гранта, они будут стажироваться у топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей.